Анфиса, сократи маршрут. Секундочку. Найдено несколько вариантов. Молодой человек, можно вас на минуточку? Ребят, сигарет нет. Да какие сигареты, родной? Телефончик давай сюда. Анфиса, включи режим разруливания. Выполняю. Слышь, ты, фраер, ты чё, берега попутал? Ты сам вообще кто по жизни, черт? Думаешь, лоха нашел? Иди у себя в колхозе, трактористов на гоп-стоп разводи. Здесь тебе ничего не светит. Слышь, ты чё так резко базаришь? Базарят бабки на рынке, а я с тобой разговариваю. Валите отсюда, гопота, пока кабан не узнал, что вы на его районе беспределите. Слышь, боец, она, походу, кабана знает. Походу, да. Извините, виноваты. Не обессудь, родной, мы же не знали, что у тебя такая крыша блатная. До свидания. Всего доброго, счастливого пути. Анфис, ты откуда про кабана знаешь? По статистике, в 90% криминальных районов есть какой-нибудь кабан. Дальше налево чеши. Режим разруливания выключи.